Базилевсе. Дали вот такой совместный, совместное событие, как премьеру в Оренбурге. И после того, что мы сделали, я абсолютно доволен результатом. И я считаю, что это абсолютно правильно, что мы сделали. И только посмотрев, только оценив, люди смогут понять, почему и зачем. И я с радостью вам представляю премьеру фильма «Джентльмены удачи», которую первыми во всей России увидят жители Оренбурга. И большое спасибо нужно сказать за сегодняшнее мероприятие главным генеральным партнерам Газбайер Марчан, который находится в Мол Армада, 5-й авеню. И Астор. Сергей Безруков приглашает журналистов. Иван Васильевич меняет профессию. Караул древний! Ботинки. Гают быстро по асфальту, и ты опять идешь пешком. Я мимо проезжаю, чайки. Вдруг ты мило. Очень смешно, прикольно и весело. Что вы ожидаете от фильма? Я хочу, чтобы он мне понравился. Как вам наши снегурки? Шикарные, очень, очень похожие. Откуда вы взяли такие костюмы похожие? Ну, это шили на заказ. На самом деле мы своровали с фильма, да, если честно. Шарфики похожи, вообще все очень похоже. А вы видите сегодня фильм тоже в первый раз, как и все. Да. Волнуетесь? Очень сильно. Я себя еще больше волнуюсь, буду ждать реакции, буду ждать, чтобы все смеялись. Если не будут смеяться, буду сам смеяться. Ты что ты ожидаешь от фильма? Ой, наверное, он будет хороший, добрый. В хорошем настроении. Я думаю, что будет интересно. Нового, смешного, веселого, интересного. Чудесами грезит ночь. Приветствуем в городе Оренбурге снег и аплодисменты. Вот уже началось прямое включение с Сергеем Безруковым, и зрители уже задают свои вопросы по фильму «Джентльмены удачи». Желудочки. Бежать по срединке домой. Ботинки, лодочки берут с собой. Рок-сок, чок-чок, эй, рок-сок, чок-чок, эй, рок-сок, чок-чок, ай. Рок-сок, чок-чок, эй, рок-сок, чок-чок, эй, рок-сок, чок-чок. Ребят, поделись впечатлениями. Как, понравился фильм? Гениально. Я не ожидал, что ремейк будет столь замечательным. Мне просто такие впечатления. Это было шикарно. Спасибо, наверное, за то, что такое сделали у нас.